Этот салат из разряда простых блюд, которые готовятся из любых ингредиентов в холодильнике. Достаточно лишь смешать все продукты. Расскажу о способе, как приготовить салат с оливками и фасолью. Можно использовать любую консервированную фасоль, черные или зеленые оливки без косточек. Салат можно хранить в холодильнике перед подачей на стол. Ешьте его с гарниром из картофеля, с кашей или макаронами, а также ешьте салатик с ароматными гренками из белого хлеба. 1. Смешайте в миске все специи и оливковое масло. 1. Смешайте в миске все специи и оливковое масло. 2. Промойте и нарежьте болгарский перец, добавьте его в миску со специями. 3. Порежьте оливки пополам, смешайте оливки и фасоль и добавьте в миску. 4. Почистите и порежьте красный лук, промойте и порежьте огурец, добавьте лук и огурец в миску.